для нас это, конечно же, необычное явление. Сегодня нам довелось снять и даже немного прогуляться на новейшем российском пассажирском теплоходе «Мустай Карим», который 2,5 часа стоял в станице Романовской Ростовской области. Для нас это, конечно же, необычное явление. Супер технологичный новейший теплоход 20 века в нашей маленькой станице. Вот такой вот он четырехпалубный снаружи. Красивенький. Новенький, чистенький. Ну и внутри тоже попробуем показать. Что сможем, все покажем. Заходите. А что он молчит? Ну, сейчас я зайду. Ну, заходи. Какая красота. Как в капсуле, видите, какой там? Вот это да, да? В пароходе, в теплоходе, еще и на лифте. Все, да, для ленивых. Для ленивых, да. Ну-ка, выходим. Ну, пошли. Вот это второй этаж мой. Пошли в каюту. Дайте покажу. Качается, да? Или мне кажется, что качается? Вот это да. Когда мы еще на такой экскурсии побывали, да? У нас еще в корабле. Вот видишь, где-то ключ. Ты, да? Карточку 222. Проходим. Опа-на, а тут уже женщина ждет. Ну, они так вообще в сервисе, я не знаю. Ну, конечно. Вот это да. Вот он это. Ну, здорово, что. Лучик, лучик. Куда она? Какая картина-то из окна? Лучик! Лучик! А, иллюминаторов нету? Да, нет. Ну, туалет показывает. Что-то туалет. Сейчас по туалет тоже посмотрим. Станица Романовская, родная зеленка. Господи, вы что, не будете вы тонуть? Ночью была тревога. Поднимал жилет, выскакивал коридор. Проверяли вас? Конечно. Ну, хорошо. Душевая кабинка.
полноценная раковина, туалет. В общем, все как в отеле. Третья палуба, вот ресторан. Идем на самую верхнюю палубу, на четвертую. Аккуратно. Выходи, Егор, на улицу. Пойдем на самый верх. Пойдем наверх. Ну тут можно гулять. От ветра он какой-то щит поднимается, гидравлический, видно, чтоб не дуло. Романовка родная. Остановка в Романовской выглядит вот так. С крыши Муста и Карим. Не супер презентабельно, но это и понятно, все мы знаем, как это выглядит. Станица Романовская. По-другому в Ростовской области не бывает. Thank you.
теплохода. Я так полагаю, я в этом деле не специалист. Ну и здесь тоже не кафешка, бар, а отдыхать. Игры разные. Нет, ну, это, видимо, что-то типа детской комнаты, чтобы детей развлечь как-то. Оно и понятно, тут для детей не очень много развлечений, им нужно отдельно развлекаться. Прикольно. Один бар на самом верху, дежурный бар и на библиотеке. Да, для отдыха здесь предостаточно. Бар Башкирия.
кабинет массажа. Тут даже салон красоты есть, можешь вечером прийти и приукрасить. Машите.